Друзья, всем привет. Находимся на Радмире, Кремляная Россия, серия номер один. И в прошлый раз упал на наши плечи сержантик Михаил Взяткин. Кто не смотрел прошлую серию, посмотрите. Он приехал вчера на вокзал, мы его встретили. И теперь мы должны его сопровождать. Вот вам, господа, товарищ полковник. Да, ответственность за личный состав, пожалуйста, обучай. Приходится теперь, собственно, этим и заниматься, господа. И сегодня нам нужно его проверить. То есть, как он служит, что он может. Я бы хотел конкретно узнать, что он может. То есть, мы должны будем, по идее, проехать. Да, с вами по улицам, и чтобы он сам лично своими глазами постарался увидеть нарушение, какое-нибудь хулиганство, преступление. Вы знаете, да, как много нарушений вокруг. Мы будем просто ехать и, собственно, это наблюдать. А он должен будет реагировать. Я вообще ему даже подсказывать не буду ни о чем. Ничего подсказывать не буду. Он же, в свою очередь, должен будет это все увидеть, заметить, и мы из этого будем уже делать вывод. Соответственно, чем он будет лучше себя вести, тем он быстрее получит звание, я так понимаю. Потому что я тоже влияю на его звание. То есть думайте, друзья, что я когда-то буду влиять на чье-то звание. То есть я всегда сам хотел, да, звание, а тут теперь вот так вот получается. А вот и Михаил Взяткин отдыхает. Так, поправь бронежилет и доешь давай. Потому что придется в долгий путь нам сейчас отправляться, Михаил. Вот он, честь отдает. Честь будешь отдавать, когда будем тебе звание повышать, если, конечно, будем. Проверим сегодня тебе. И давай оружие берем. Я все взял, товарищ полковник. Молодец, молодец. Сейчас посмотрю, дубиночка есть. Так, у меня, в принципе, тоже все есть. Я, наверное, сейчас тоже перекушу быстренько. Ожидай, сейчас поедем. Проедемся просто, друзья, вы посмотрите. Мне кажется, мы несколько сотен метров сделаем, и тут же начнутся приключения. Вот как будет, друзья, так и будет. Вот вы просто посмотрите сами, что происходит в наших городах. Но я чувствую, что браслетики обязательно прилетят на чьи-то руки сегодня. В этом я даже нисколечко не сомневаюсь. Все, выезжаем. Поедем, сейчас будем ехать. Его задача, я не буду сейчас его сажать за руль, потому что, друзья, он будет отвлекаться тем самым, да? Он должен смотреть не за дорогой, а как раз-таки за тем, что происходит на улице, что происходит вокруг. Соответственно, он будет ехать на пассажирке, наблюдать и мне говорить в случае чего. Если что-то он увидел, да, что-то происходит не так, он мне сказал, и мы уже будем, соответственно, реагировать. Так, а что у нас ворота поломались? Почему здесь ограждение поставили, интересно? И как нам теперь эти ограждения объехать, скажите, пожалуйста? Возьмем сразу же туда УАЗик, потом, если что, одного будем отправлять его или с другим, да, каким-нибудь офицером, а то, конечно же, мы будем давать его машинку послабее. Так, а что у нас там строй, да, сейчас получается? Товарищ полковник, я заберу, собственно, Взяткина. Все, принял, научим, будем обучать, как говорится, товарищ полковник. Конечно, на лекциях всех этих он тоже должен присутствовать, да, порядок соблюдения определенных. Видите, все досконально вам рассказывается, когда все, вступаете. Все, поехали. Взяткин, давай запрыгивай быстрее. Давай на переднее запрыгивай. Так, а я так и не понимаю, что у нас там за проблемки какие-то. Удачи. Это-то, я надеюсь, пожелал удачи конкретно Взяткину. Потому что мне удача уже и так улыбнулась. Я товарищ полковник, как ни крути. Так, а, в принципе, мы здесь проедем. Я хотел попросить его сломать, на самом деле. Но, в принципе, а смысл тогда ограждения вообще, если мы можем вот так вот проехать? Ладно, значит, слушай меня сейчас внимательно, Михаил Взяткин. Твоя задача контролировать улицы. И если ты что-то видишь, то мне сразу же докладываешь. То есть я оцениваю. Я, по идее, должен вообще молчать. То есть как только он что-то видит, да, он сразу же мне докладывает, и я смотрю. То есть мне нужно сейчас убедиться, какая у него реакция на происходящее вокруг. Мы же, естественно, следим за дорожным движением, ну и, в принципе, я могу, по идее, еще и сверху наблюдать за тем, что происходит вокруг. Мне кажется, вообще, друзья, это интересно. То есть для этого в полицию люди идут, для того, чтобы следить за порядком. То есть обращать внимание на то, что происходит вокруг. Это должно быть интересно, поэтому обязательно, друзья, вступайте в полицию и служите на благо Родине. Не для того, чтобы взяточки брать, как Михаил Взяткин, да, наверное, многие так думают, а для того, чтобы служить своей Родине. Вот смотрите, мы видим всех сейчас, да, и мы наблюдаем за ним внимательно. Кто там на скутере стоит спокойненько, ничего не происходит. Автобусники раз, друг друга подрезают, ничего страшного. На дорожном стоку мы реагировать не будем. Почему, друзья? Потому что мы не ДПСники. Мы не сотрудники ДПС, поэтому реагировать на это не будем. Нам же важно хулиганство, то есть кто-то стреляет, кто-то кого-то бьет, что-то еще происходит подобное. Девушка вот бежит, хотим познакомиться, например. Давайте притормозите, познакомимся быстрее. Быстрее, попробуй. Девушка? Девушка? Да куда ты побежала? Мы просто... Бля! Она скрылась сразу же! Ты чё, испугалась? Мы познакомиться просто... Хотел познакомиться с ней. Опа! Вышла! Стой! Девушка! Девушка, да стойте! Стоять! К обочине прижимаемся, принять право остановиться, мадемуазель. Она бежит аж в припрыжку. Все, останавливаемся. Полиция боится, а. Иди знакомься. Давай, покажи, что ты можешь.
С Дашенькой сейчас будет знакомиться. Здравствуйте. Давай, давай. Не за что, просто познакомиться. А почему нет? Красивая леди тут бежит. Она сначала, я, наверное, подумала, что полиция... Вот видите, полиции боятся, да? Не хотят, чтобы сейчас связаться даже с полицией. Потому что думаешь, что сейчас равно ручки накинут и все. Давай, знакомься, посмотрим, что вообще может-то. Михаил, будьте добры. Да какие документы? Спроси, как... Врачина! Спроси, как ее зовут. Я же сказал познакомиться, а не документы мне проверить. У нас оснований, по сути, нет. Документы проверять, блин. Ё-моё. Вот что Зяткин творит? А вот, хотя, знаете, это наоборот плюс. То есть он не знакомиться побежал, а именно документики проверять, понимаете? Это тоже хорошо. Это ладно, зачтется. Зачтется Зяткину. Так, как зовут девушка? Ну давай, давай. Ну сможешь ли познакомиться? Полицейский тебе подходит. Даша, а что? Скажи, что она очень красивая. Короче, давай сам дальше. Пригласи на свидание, попробуй. Я Михаил, приятно познакомиться. Давай, давай, давай. Иди на свидание, приглашаю. Только приехал, уже девушку нашел. Видали, только выехали. Ничего, ничего, друзья, не думайте, что типа, ну как же так, это на службе. Пусть, ничего страшного. Личная жизнь тоже должна быть, я считаю. Поэтому обязательно дадим возможность Михаилу. Я даже отвлекать его сейчас не буду. Просто свел. Вот так вот. Ну что там, нормально все? Так, не отвлекай, пожалуйста, Михаила, только он здесь не знакомит сейчас. Не против пойти со мной свидание? Господи! Да? А, нет, еще не согласилась пока. Девушка, я обалдею сейчас. ППСник на свидание. Хм. Денег давай предложи, сразу согласиться. Думаю, нет. Что? Серьезно? Еще и психологический удар получил. Бедный Михаил, бедными. Почему нет? Вопросы пошли. Вопросы. Охренеть, отказалась. Слышишь, старушка, ты что, обалдела, что ли? Сейчас быстренько браслетики засияют. Давай-ка ты Михаилу не отказывай. Девушка, это что такое? Но мне еще надо тут освоиться. Освоиться ты хочешь? Так он тебе поможет. Он тебе и освоиться поможет. И в квартирке у него поживешь. Он сегодня квартиру снимает. Будете вместе жить. У меня деньги есть. Вот. У него все есть. Ты же хочешь освоиться, правильно? Где-то жить тебе надо, красотка. Ты тоже, я так понимаю, прибыла откуда-то. Это же совпадение. Ну, посмотрите на друг друга. Пора давно уже, как говорится. У меня фамилия Взяткин, понятно же, что деньги есть. Видите, шутит еще, шутит. Ладно, не будем издеваться, девушка. Если нет, так нет, не будем заставлять. Все, ступайте, ступайте, не задерживаем. Тихо, не надо расстраиваться сейчас. Не надо, звание тебе повысим за это, за то, что отказала. Побежала дальше. Все, все нормально. Денег тебе не дадим. Вот сейчас бы познакомилась бы с Михаилом Взяткиным. Может, он наш друг потом в будущем будет, а? Может, вообще вором в законе станет. И была бы с нами, была в нашем кругу, имела бы все просто, друзья. Вот этот человек, который сейчас мог иметь все, он просто все потерял своим отказом. Понимаете? Просто отказала. Ну и хорошо, хорошо. До свидания тогда, до свидания. Не будем заставлять никого, не принуждать ни к чему, ни в коем случае. Все, уехала, осталась без ничего, даже 100 рублей не получила. Одна, смотрите, задумалась. Задумалась. Все-таки. Видно сразу, что задумалась. Правильно сделала. Все, так, отвлеклись. Взяткин, какого хрена отвлекаешь меня с этими девушками тут? Все, давай, контролируй. Внимательно наблюдай за происходящим. Так, вижу, бежит. Вижу, бежит. Тихо. Останавливаемся. Останавливаемся, останавливаемся. Тихо. А ну стоять. Явно что-то ужасное случилось. Сейчас разберемся. Да у него что-то случилось. Тут по всей улице какой-то бред творится. А ну-ка, что произошло? Гражданин, что у вас случилось? Гражданин, куда поехали-то? Там Дима мою машину хотел украсть. А, вы поймали, да, его все-таки? Да, да, да. Все, машину вернули, самое главное. Угу. Все, машиночка возвращена, друзья. Это самое главное. Не знаю, как он ее догнал там. Видимо, пацанчик врезался, вышел на своей окушечке. Но мы увидели это преступление, увидели, да, прекрасно. Что творите-то, блин, а? И заметьте, друзья, что я сразу же заметил, что что-то не так. Да, чувак просто побежал за машинкой. Я хотел понять, зачем он бежит. То есть, чтобы подвезли его, но это оказалась его машина. Поэтому нам, по идее, нужно было сразу же ехать конкретно за тем, кто угнал машину. Но я не знал про угон, поэтому нужно было сначала выяснить, да. Но в любом случае я машинку свою забрал, поэтому никаких заявлений, ничего не будет. Там автобус проехал на красный. Плевать, мы не ДПС. Это надо информацию там передавать, знаешь, охоту устраивать на автобусника. Это автобусник, в конце концов. Я вообще не трогаю ни автобусников, ни таксистов не стараюсь трогать. Если они сильно, да, не за раз, там по встречке не ездят. А вот на красный там чуть проехал, ничего страшного. А вот так главное нам контролировать всю обстановочку. Так, видишь машина? Видишь машина? Что сделать нужно? Если ты полицейский, ты видишь ситуацию, что нужно сделать? Надо вызвать ДПС. Нет, сам реши вопрос.
Вон, ребят, попроси. Пусть толкнут ребятам. Сейчас, ребят, я помогу. Пусть лучше тут работают, а не в столовке у себя спят. Давай, попробуй. Немножко ее отсюда, потому что она мешает сейчас движению, по идее. Мы, конечно, тоже мешаем, да? Сейчас припаркуемся, мигалочку здесь включим. Попроси. Ну-ка. Я думаю, у нас граждане адекватные некоторые. Помогите, Россия. Вот, целая Россия. Все, вон, подтолкни, слышишь? Машинку. Снегоуборщик что тут делает? Пацаны, давайте. Толкаем. Машинку толкаем, потому что... Максимка. Кто-то может это... Братан, Максим, потолкни машину, помоги, пожалуйста. Тут немножко... О, ну куда вот так-то это-то? Ёпарасоте, а. Тоже мне подтолкнул, чтобы мы вообще не останавливались здесь. Все, поехали, Взяткин, давай садись быстрее. Максим, валим отсюда. Привет. Здравствуйте. Друзья, уезжаем в другой район. Приятно осознавать, что спас кому-то жизнь. Убрали с дороги автомобили. Этим, возможно, избежали ДТП. Вот именно! Для этого ты здесь. Для этого ты и служишь России. Только мы, наоборот, собрали немножко людей побольше. Если, друзья, не ошибаюсь, по-моему, только я замечаю, на самом деле, да, что же происходит. И я уже инстинктивно реагирую на все эти обстоятельства, на все эти... ситуация. Стойте. Давай. Что? Удиви меня. Это что? Это... Вот, это Мерседес. Вот это уже наше. Вот это уже наше. Кто припарковал? Так, давай мигалочки тоже включим. Все, давай. Он сыт. Чего? Давай. Настало твое время, Взяткин. Разбирайся. Надо потушить, а то МЧС не работает. Ты что несешь такое? Гори-гори ясно. Еще и машина. Машина ваша, уважаемый. Так, подожди, сам. Давай, все, я вообще молчу. Я опять начинаю инициативу проявлять. Все, я буду вообще молчать. Я хочу посмотреть, как он работает. Тачка моя, не трогать. Ни хрена, он просто вечно гой. Ты что, с ума сошел, что ли? Ты что творишь-то? Гражданин, давай, действуй. Действуй. Ну это все, это хулиганство конкретное просто. Еще думаю, тачку купил, все можно, что ли, или что? Что вы делаете? Описываю. Ой, то есть тушу. Кого вы тушите? Вы что не видите, что вечный огонь? Засуньте обратно стручок, это незаконно. Это не то, что незаконно, это вообще сажать за это надо. Ты посмотри, ты оскверняешь память людей. Борода. Борода за советскую власть. Бороды за советскую власть. Бороды за советскую власть. Борьбам. Так, а ну-ка, гражданин. Что написано там? Почитайте, давайте. Вот прочитайте, что здесь написано по-вашему, а? Скажите мне. И вы тут устраиваете цирк. Это что такое? Что за советскую власть? Полностью прочтите. Борода. Борода за советскую власть. Какая борода, блин? А, все, я понял. Борцам. Борцам это, а не борода. А вы тут что делаете? Вы что, вызвали? А я думал, пожарную вызвали. Так, давай. Оформляй. Оформляй его, делай все, что нужно. Борцам за советскую власть, а он тут, посмотри, что делает, а? Тушу. Не надо ничего тушить. Не надо, он вечный. Он пьяный. Видно сразу же, он не понимает, что вообще несет. Еще и сейчас за пьянство, еще тоже надо ДПСников, наверное, еще вызывать. За пьянство оформить. Так, ребят, все в порядке у нас, здравия. У нас тут пьяный неадекват. Сейчас посмотрим, как работает. Нам нужно контролировать. Давай, разбирайся, Взяткин, разбирайся. Какое оформлять? Давай без этого. Как это без этого, спрашивает Взяткин. Да вот так вот. У меня есть лишние 5000. Нужны еще и... Так, а вот мы и проверим. А вот мы тебя здесь и проверим, какие лишние 5000. Так, молодец. Молодец. 5000 предлагает сразу. Взяткину предлагает взятку. Я сразу говорил, что это пророчество. Вы мне взятку, что ли, предлагаете? Такие красные. Ну, давай, Взяткин, я отойду подальше, даже если что. Возьмет ли Взяткин взятку? Вот в чем вопрос. Так, дайте подумать. Чего? В смысле, дайте подумать? Ты что, не обалдел, Взяткин, блин? Ты ж полковник, что делать? Ты серьезно меня спрашиваешь? Это ты сам решишь. Это все зависит от тебя, Взяткин. Я здесь, знаешь, тебе подсказывать уже не буду. Знаешь, я тоже как... Я, честно, вот, друзья, ну, брал. Да, и давал взятки. Ладно, я тут подумал. Давайте все, что хотите. Что? Взяткин взял взятку. Вот тебе и криминальная Россия. Вот тебе и приехал. И конфликт решен. За 5000? Не-не-не. Ну ты же, ну, сержант. Ну перед полковником такое чудить. Но я специально ему не сказал, друзья. Специально не сказал. А он, смотрите, что делает, а? Еще один приехал. Ладно, за ним уже не погонимся. Вот это зря ты сделал, а? Опа! А зачем бьешь-то? Тихо, все, он дал тебе уже деньги, он дал. Миш, прекрати. Миша, ты что делаешь? Ты чего? Зачем ты избиваешь его? Это что за жестокость такая? Взятку подсунуть мне в носки хотел. Он тебе так-то подсунул. Ясно, с тебя 5000. А, он забрал деньги. Понятно.
Он еще и за взятку сейчас его хочет оформить. Молодец. Хитро. Хитро, Взяткин. Оформляй. Все правильно, Таш? Да. Да. Все верно. Молодец. Советская власть. Бомжара, что случилось? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый бомжара. Куда поехал? Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай, господи, ну как ты мог упустить-то? Ты же дубинкой его избил! Молодец! Да все уже. Все уже, не успеем, скорее всего. Быстрее садись. Ай, все, потеряли. Потеряли, молодец. Блин, 5000, конечно, забрал. Да что ты стреляешь? В кого там стрелять-то собрался? Все, уехал. Куда повернул, даже я не видел. Ё-моё. А, вот вижу, 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 вижу. Вижу его. На свет, он пьяный. Он врезался, что ли? Он в столбец врезался. Все, останавливаемся. Останавливай его. Тихо, аккуратно стреляй. Не сильно, по колесам, по колесам. Блин, Взяткин, не натвори делов, а? Людей не убей, пожалуйста, только, а? Меня еще, блин, не дай бог, уволят, а, из-за него. Вот это я уже не люблю, друзья. Здесь все серьезно и все строго, на самом деле. Так, куда поехал-то? Я его уже не вижу, блин. Вообще не сбить никого бы здесь, а? Слушай, ну он быстро удирает. Мерседесик, а, по дворам пошел. Он решил, что по дворам удерет. Машинка у нас тоже... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я ошибся. Все, моя ошибка привела к беде. Потеряли. Поздравляю, потеряли Мерс. Ну ладно, с Мерсом, друзья, тягаться это уже бесполезно. Вы сами должны понимать. Так, он направо... А, вижу, 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 вижу. Вижу, останавливай, давай, быстрее. А, проколол уже колесо ему. Одно есть, второе давай. Есть. Красиво, слушайте, меткий. Меткий Взяткин-то оказался, а? Он у нас, получается, за хулиганство, да, отправляется. Далее, за взяточничество. То есть здесь уголовка? Реально, его ждет тюрьма. Но только в том случае, если мы его... догоним. У него все открыто, багажники, капоты пооткрывал. Все, колеса проколоты, это самое главное. Там тупик у нас. Все, обстрел по передним колесам, пробуй обстреливать. О, загнался в тупик. Вот здесь, куда заехал-то прям? Чувакам прям заехал. Так, переграждаем путь. Переграждаем, где он? Чего? Куда там? Тоже выезд, что ли, есть? Охренеть. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, это ранит, ранит, ранит. Все, выходи, давай быстрее. Быстрее, быстрее, сумасшедший вообще какой-то. Постреляй, стреляй по движку. Выходим. Вышел живо, то сейчас дровами тебя тут убьют. Бомжи. Обидно. Обидно за что, блин? А там тоже вы... А, не, я думал, он дальше сейчас объедет там вокруг. Все, давай, что ты? Что ты стоишь-то? Ну что ты стоишь-то? Наручники. Давай быстрее одевай. Быстрее, быстрее наручники на него. Взяткин, работай, блин, в конце концов. Бедный Мерс, блин. Посмотри, что сделал с Мерсом. Еще и колеса проколоты. Надо вызывать эвакуатор. Отвозить его. Наручники на него быстрее. Взяткин, блин, плохо работаешь. О! Красава. Все, веди в машину. Машину его веди. А эта машинка пусть здесь пока остается. Вот это погонялись. Вот это поездили, блин. Так, а что мы здесь собрались все, а? А что вы здесь толпотворились? У меня деньги своровало. Сколько? Решаем проблемы граждан, друзья. 10к. 10к своровало? Ё-моё. Не будем интересоваться. Что именно? Держите, 25. Все. Свободен. Вернули тебе больше, видишь? Теперь должен быть рад. Так, все, посадил его? Назад, Взяткин. Научись. Назад сажаем. Не надо вперед его сажать. Так, ладно, ладно, ладно. Сейчас я немножко еще денежек раздам ребятам. Все, бомжи, это вам за старание и за помеху, да? Мы немножко помешали гражданам тут бревнышки рубить. Поэтому денежек немножко я дал. Все, везем преступника в участок. Попался. Попался, ничего страшного. Теперь тебе будет очень страшно. Посидишь сейчас, подумаешь над своим поведением внимательно. Справился ли, друзья, сержант Взяткин? Я не знаю. Давайте опять же на ваш суд. То есть можно ему еще что-нибудь, я думаю, придумать. Какие-нибудь задания, занятия. Все, веди. Давай, Взяткин, веди его в КПЗ, чтобы я его увидел там. Я пока машиночку нашу припаркую. Вот это погонечка, конечно. Давай быстрее, Взяткин, вытаскивай его из машины. Вот, все, пойдем припаркуем. Друзья, делайте сами свои выводы по поводу Михаила Взяткина. В любом случае, это новый, да, человек, новый сотрудник, который впервые начал служить. Мы давайте про это тоже не забываем, поэтому сильно относиться тоже серьезно к нему нельзя. То есть, может, есть какие-то ошибки, а может быть, наоборот, он даже делал все идеально. Взяточку он причем взял, денежку получил, и при этом еще за взятку его оформил. То есть, он даже хитро, можно сказать, поступил. Но он спросил у нас, надо ли взятку все-таки взять или нет. То есть, ну, он не так спросил, он сказал, что мне дальше делать. То есть, намекая на то, что можно, типа, взять денежку, 5000 предлагает. На самом деле, нет. Учитывая, что он делает,
дело, да, там все-таки борода за свободу и так далее. В общем, друзья, сами решайте. А я напоминаю, что это был сервер номер один «Кремляная Россия». Ссылочка есть в описании, именно здесь мы играем. И если вы заходите, то вводите мой ник при регистрации, а также команду MN, когда уже в игре 11 пункт, и промокод MAXDEEP вписывайте капсом. По достижению 4 уровня получайте от меня денежки. А я каждого из вас благодарю за просмотр, желаю всем успехов и всем пока-пока.